Тебе следующий кузов нравится? Конечно, нравится. Но этот все равно как-то грубее, что ли. Мне папа сразу сказал, классная машина, но страшная, пиздец. ML-ку смотрел 2006 годом. 390 он ее поставил. Нихуя себе, конечно, поехали посмотрим. Это Челяба, да? Смотреть. Это в Тюмени было. В Тюмени. Поехали смотреть, блядь. На фотках, ну, как бы так сфотано, что децл видно косячки, ну, может, не критичный. Блядь, приехали, сука, он весь из шпакли, вообще, блядь, весь, там места живого нету, я хуй знаю. У него внутри там взорвалось, блядь, что-то, или я хуй его знает, что-то случилось. Сколько мы едем? 103. Пиздец. 105. 107. 110. Саш, мы от тебя немного другого ждали, типа, блядь. Ты то в навигатор, то в спидометр играешь. Займал, да, радостный. Слушай, ну, конечно, по дороге она вообще стоит, блядь, как вкопанная. Ну, по трассе пизже, чем Бэха, наверное, нету тачки, а еще и Икс вообще охуенно. Надо наступить, наступило. Тройной обгон вообще хуйня, детские развлечения. Тут еще как это там, спорт, не спорт, какая-то хуйня есть, я не доходил до этого. Не понимаю, нахуй. Тут и так слюни за уши, нахуй, бегут от счастья. Типа, потому что если его брать в хорошем состоянии, это уже совсем другие деньги. Я, наверное, не слукавлю, блядь. Не слугавки. Тридцатка подкралась, блядь, неожиданно. Не слукавлю. Давеча, значит, доколе это все будет продолжаться-то, Артем. Это. Блядь, ёбаные свиньи, а. Да, это же Бакан, блядь. Ох, ой, ты батя, ж ёбаный насосно. Ой, батя, в Красноярске все чисто, блядь, ага, за собой приехали, убирают везде, блядь. Охуели, блядь. Иностранцы хуели. Понаеры, блядь. Пусть тебя Бакан не резиновый, блядь. Андрей, как дела? Нормально? Все срастается потихоньку? Хорошо. Андрей сказал, что он был в больнице, и прогресса в срастании ноги за 10 дней нет, поэтому съемки будут по-прежнему такие, как и было. Ничего не изменилось? Все как раньше. Все нормально. Приора люк, 14-й год. Там шестнарь же. Там шестнарь. Дело серьезное, не шутейное. Поэтому мы сегодня покатаем. Возможно. Знаешь, я сегодня что думал? Вот у меня было 3 приоры. Была черная, была непонятного цвета и была, получается, белая. Но то ли мне с ними не везло, что скорее всего. Потому что каждая из них была индивидуально уебана, особенно черная. Там даже ни одного диска не было одинакового, она была вся разная. А серую ты сам два раза уебал? Ну как, ну мы в меня ударились. Ну конечно. Когда такое было-то. Ясно. Нам же на видосы про Весту. Угу. Написали, что это уже не русская тачка, уже что это все. Уже не Лада. А вот здесь же перед нами получается что? Последний русский седан? Да, я думаю, с бошевским чем-нибудь. Да. Наверняка. Вообще, наконечники рулевые Хола, блядь, какие-нибудь. Русская настоящая последняя приора. Слушай, сразу. Сходу, это какая по счету машина? Вторая. Вторая, первая что была? Приора. Приора. Ну, то есть, пиздец конченый, нахуй. Сразу, блядь. Ну, можешь сразу три плюса, вот за что тебе нравится тачка? Внешний вид. Так. Комфорт в салоне. На переднем ряду. Это анекдот начинает рассказывать. Ничего. Так ты одень два капика, как я это сделал. Нормально вообще, что ты? Опа! Все, теперь тебе не узнать вообще никак. Короче, смысл сегодняшнего нашего собрания гид-бригады «Ветерок» какая? Ну, я думаю, что разобраться в том, насколько этот автомобиль актуален за 370, 400, 420, 450 они стоят. А у тебя поэтому ремень был сзади пристегнут, потому что он неудобно пристегивается, да? Да. Понятно, нахуй. Пока ничего не могу. Не, ну что-то мы прямо плывем даже. Ну, мы едем мягко достаточно. Подвеска вся сток. Ничего не запил, не надгрыз, ничего там, да, все красиво. Она же ни разу не занижалась. Не тонировалась. Хотелось бы прокатиться на неразобранной ни разу приори хотя бы, знаешь. Ну, блядь, серьезно, чтобы ее хотя бы ни разу не разбирали, просто имеешь проехать, понять. Без такого потолка, да? Да, имею в виду, чтобы мы не видели вот это все вот это. Хотя это рай для закладчиков, блядь. Не, экранчик достаточно прикольный. У него, знаешь, что тут внутренний дизайн какой-то забавный. Ну да. Интерфейс. Ты ничего не прошивал, его ничего не делал, да? Почему такой? Это прошивка? Прошивка, да? А, это не заводская. Ты нам рассказывай, а то можешь, знаешь, такие, блядь. Я могу заводскую включить. Как? Там же, это же Windows. Там можно выйти на рабочий стол, будет пуск, мой компьютер. Да?
То есть... И что, Doom потянет? Если да, то 270, заебись. Считай, как бы и комп нормально, все, 8 ядер, лада, блядь. Что, ложил стрелку на них? Конечно. Это первое, что делают. Первый раз на заводе. На заводе сначала кладут для проверки на пацанизм. Да, да, да. Мне тоже всегда было интересно, поедет она столько или нет, в итоге едет нормально. Да. Давай, что не работает? Да все работает. Все работает. Вот это только не работает, а так все работает. Я, кстати, по этой же дороге ездил с чуваками, у которых покупал приору свою первую. А с крышей у нас вот, что, можешь объяснить? Ты ее прошумил, да? Да. И потолок, получается, обратно не встает. Ну, до лета не встанет. Ну и черт, Артем. Хочешь себе приору? Не, мы не зажрались. Мы не зажрались, нет. Не зажрались, мы просто стали отдавать себе отчет, блядь. Но очень все знакомо, знаешь. Все движения уже зафиксированы у тебя в голове. Знаешь, как секс? Типа, ты все знаешь, что делать надо. Да. В твоем случае просто поворачиваешься, да, говоришь, милый-милый. Пошел ты нахуй. Так, ладно, хорошо. Вот печка, конечно. Да все пиздец, пацаны, давайте будем откровенны. Блядь, 200 тысяч. Так, у нас есть подогрев лобаша, подогрев заднего стекла. У нас есть вот такое тут управление компьютерными всеми делами. Круиз-контроль. Круиз есть. Датчик света, датчик. Короче, дождя. У нас есть все, что, ну, в современном обществе считается нормальным, правильно? Да. И это все работает. Да. Автомобилю 6 лет. Ну да. Ну опять же, вот, не забывай, 6 лет всего тачки. Всего. Всего. Какие у тебя планы на нее? Нет, просто поддерживаешь состояние. А, электрозеркала, да? В плане, что складываются? Ну, в смысле, их можно регулировать электрически, нет? А, да, да. А у тебя вообще какое отношение в целом к российскому вот этому нашему заводу? Говно ебан. Говно ебан? Я сижу, думаю, я тут, наверное, сейчас человека расстрою чуть-чуть. А он хитрый жук сидит там, думает, ну давай, давай, повыкручивайся, попробуй найти плюсы в этом говне, блядь. Возможно, мы его любим, потому что каждая приора индивидуальна. Угу, ну, то есть нет ни одной, блядь, похожей приоры на другую, правильно? То есть в каждой есть какие-то секретики. То есть вот здесь мы сели, все, машине 6 лет, машина в хороших руках, посмотри, блядь. Просто у нас тут что-то потеет, блядь, тут что-то скрипит, нахуй, тут, блядь, фон от музыки идет. Это же так и должно быть. АБС работает, все работает, да? Да. Одно из самых неуверенных «да», которые я слышал в жизни. АБС работает? Работало вчера еще. Ладно. Они просто ради того, чтобы регулировался, сделали. Ладно. Здесь у нас управление всякими приколдесами, да? Понимаю. Вот у нас тут мизяка всякая. Мы нажимаем play, можно было и здесь, видимо, нажать. Надо под маяги задвигаться чуть-чуть, правильно? Иначе мы же не приоризируемся никогда. Да, за. Ну я на приорке двигаюсь чисто так по городу. Но. Да, заскочу. Да. Ты координаты скинь, чтобы, ну, да. Лена Левина. А, кстати, на самом деле, помнишь, мы же вообще рассматривали этот вариант для роста дальнейшего проекта, да, ключ в ключ? Ну, да, да. Просто предложить кому-то Левина. Вот ты бы, например, Андрей, поменялся бы на Левина? Нет. Но он сегодня сидел уже в нем. Так не получится. А прикинь, это все было с этой целью. Он сел и такой, бля, потолок. Потолок тема.